Здравствуйте, на канале ФКТ «Время новостей» о событиях понедельника, 3 сентября, вам расскажут мои коллеги и я, Инга Габеши. 1 сентября за парты сели почти 8 тысяч сочинских первоклашек. В День знаний открыли и новую школу в Совет-Кваджи. В Сочи вспомнили жертв Беслана. Сегодня в России День солидарности в борьбе с терроризмом. 192 юных сочинца осмотрены светилами медицины. Волна здоровья взяла старт в Сочи и покатилась к Крыму. Столкновения на старте и непредвиденные результаты на финише. В Сочи прошел 6-й этап российской серии кольцевых гонок. Дети, пострадавшие при аварийной посадке самолета в Сочи, выписаны из больницы. Взрослый пациент переведен в краевую клиническую больницу. Об этом сегодня сообщила начальник городского управления здравоохранения Марина Вартазарян. К нам обратились 18 человек, из них трое детей. Всем в момент обращения была оказана помощь. Кому-то на месте, кому-то в приемных отделениях больниц, кто-то был госпитализирован. По итогу госпитализированы у нас были трое человек, один взрослый, два ребенка. На сегодняшний день в сочинских больницах пострадавших с этого самолета у нас нет, потому что дети выписаны, а взрослый человек переведен в первую краевую больницу. Жизни этого человека ничего не угрожает, медицинская помощь оказана. Напомню, ночью 1 сентября в Сочи пассажирский самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, скатился в русло реки, повредил крыло и загорелся. Следственный комитет возбудил дело по факту аварийной посадки. В Росавиации рассказали, что посадка «Боинг» производилась в сложных метеоусловиях. Есть несколько версий аварийной посадки, в том числе ошибка пилота, погодные условия и действия наземных служб, назначенные экспертизы. На месте погиб руководитель комплексной смены аэропорта Владимир Бегиян, который первым прибыл на место и помогал эвакуировать пассажиров. У мужчины не выдержало сердце. Сегодня подготовлены документы для награждения его орденом мужества посмертно. Жертв терактов вспоминают сегодня в России. На Кубани, как и по всей стране, проходят траурные митинги и акции. В Анапе в сквере боевой славы собрались больше 150 человек. Школьники, студенты и общественники. В память о погибших в Беслане они выпустили в небо белые шары. Память о трагических событиях тех лет хочется сегодня пожелать мира и спокойствия всем нам. А в школах Кореновской сегодня устроили антитеррористические учения. После сигналов тревоги детей и педагогов быстро эвакуировали из учебных заведений. Самая массовая гражданская акция «Свеча памяти» соберет краснодарцев. В краевой столице пройдет панихида, выпустят в небо сотни белых шаров. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев призвал жителей и гостей города прийти в сквер Жукова и вспомнить жертв терактов. Сегодня в России чтят память всех, кто погиб в Беслане и на Дубровке, в Питере и Волгограде, в сотнях других терактов. Мы едины в борьбе с этим мировым злом, а значит, никому нас не сломить и не запугать. В 20:00 в краснодарском сквере Жукова пройдет акция памяти. Приходите. День солидарности в борьбе с терроризмом учредили в 2005 году после трагических событий в Северной Осетии. 14 лет назад в результате нападения боевиков в Бесланской школе погибли 333 человека. 186 из них – дети. Более 700 жителей города получили ранения. В Сочи также вспомнили погибших во время терактов в Беслане. Не случайно именно 3 сентября выбрано Днем солидарности в борьбе с терроризмом. Именно в этот день, 14 лет назад, произошел захват заложников в школе номер 1 города Беслан. В течение 2,5 дней террористы удерживали в заминированном здании 1128 заложников – детей, их родителей и сотрудников школы. Там были наши дети, там были наши родственники. Кто бы ни было, дети – это наше будущее поколение. Здоровье, счастье, чтобы друг друга уважали, любили, чтобы в трудные минуты всегда стояли рядом. Сочинцы почтили память жертв Беслана минутой молчания. Священнослужители провели за упокойный молебен. С терроризмом нужно не только бороться, но и предупреждать его возникновение, подчеркнул сегодня глава курорта. И такие слова, как толерантность в многонациональном Сочи, взаимоуважение – неоспоримые постулаты. К сожалению, и сегодня наш мир небезопасен от террора. Все власти города, каждый человек, власти страны, мы должны сделать все для того, чтобы предупредить то, что касается школ города Сочи,
то беспрецедентные меры безопасности мы принимаем. Каждый сантиметр периметра забора просматривается. Мы увеличиваем количество охраны. И это все ради того, чтобы обеспечить безопасность наших деток в школах, в учебных заведениях. Светлая память о всех тех, кто погиб в терактах. А всем, кто живет, конечно, мирного неба над головой. В Сочи подвели итоги работы образовательного центра «Сириус». За 3 года там побывало 23 тысячи школьников со всей страны. Они получили возможность учиться у самых лучших педагогов России. Заседание попечительского совета в Олимпийской столице провел Владимир Путин. Вместе с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым, руководителем фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой и участниками совещания, глава государства обсудил планы развития Имеретинской долины. Там должен появиться инновационный кластер и лаборатории под руководством ученых с мировым именем. Будем стремиться к тому, чтобы создать условия для специалистов в самых различных областях, причем по, конечно, наиболее перспективным направлениям исследований, чтобы они здесь могли работать полноценно и чтобы на этой почве одновременно с этим параллельно шла работа по подготовке кадров. И чтобы ребята из Сириуса и из будущего университета могли напрямую быть причастны к работе этих лабораторий. Кроме того, 1 декабря в Сириусе начнет работать новая школа. Там дети углубленно будут изучать физику, математику, информатику и биологию. Как отметил Вениамин Кондратьев, это усилит систему образования Кубани и привлечет новые инвестиции в регион. 650 тысяч мальчишек и девчонок отправились за парты. На Кубани в минувшие выходные прозвенел первый звонок. Во всех школах края в День знаний уже прошли занятия. Новый учебный год открыли уроками мужества. На одном из таких побывал губернатор региона. Он пообщался с учениками. Вениамин Кондратьев вместе с мэром Краснодара Евгением Первышовым приехал в новое здание 61-й школы в хуторе Ленина. Во время торжественной линейки глава региона поздравил ребят с Днем знаний и пожелал хороших отметок в дневниках. Мы сегодня говорим, что вы должны вырасти гармоничными личностями, раскрыть себе все таланты, состояться в жизни, стать успешными. Определиться, кем вы в жизни будете, в каких условиях личность будет создаваться, такой эта личность и будет. Поэтому задача власти наша с вами сегодня – создать условия в нашем крае. Я рад тому, что еще вместе с вами 9 новых школ в этом году примут своих учеников. Это достижение современной Кубани. В следующем году мы выполним программу по вводу еще дополнительных 5800 мест. Это будут такие же современные школы, с таким же оборудованием, с таким же насыщением. Школа в хуторе Ленина – одна из 5, которые на Кубани построили к учебному году. Остальные откроют свои двери до конца текущего года. Таким образом, в Краснодарском крае дополнительно появится более 8500 школьных мест. И это не просто новые помещения, а целые учебные комплексы. Например, в 61-й школе созданы современные лингофонные кабинеты – классы оснащены для интерактивных занятий. Здесь будут преподавать даже робототехнику. Вениамин Кондратьев передал школе сертификат на покупку необходимого для этого оборудования. Отдельное внимание уделяется и физическому развитию. В новом здании школы хутора Ленина только спортивных зала 3, не считая футбольного поля на улице. В День знаний там сразу провели первый матч между командами старшеклассников и сотрудников мэрии Краснодара. Чиновники во главе с Евгением Первышовым одержали победу со счетом 5-2. За поединком наблюдал губернатор края Вениамин Кондратьев, поздравил всех участников матча и добавил, что подобные школы на Кубани должны стать обычным делом. Не меньше 10 школ мы должны строить каждый год. Это будет правильно. И это на самом деле мы будем уверены в том, что будущее у нашего города, у нашего края, у нашей страны будет великолепным. Сейчас в Краснодарском крае работают более 1200 школ, но новые места все равно необходимы. Количество первоклашек постоянно увеличивается. Только в этом году за парты село 70 тысяч детей. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ. 1 сентября за парты сели почти 8 тысяч сочинских первоклашек. Вдвойне торжественным стал День знаний для тех, кто пошел в новую школу поселка Совет-Кваджи. С этим значимым событием учеников на торжественной линейке поздравил мэр Сочи Анатолий Пахомов. Бурные аплодисменты. Ключ от школы.
Этого события жители поселка Совет-Кваджи ждали давно. Здание новой школы строители сдали на 4 месяца раньше срока. Старый корпус 84-й не справлялся с нагрузкой, и учебному заведению требовалось обновление. Подарок ко Дню знаний оценили как родители учеников и сами дети, так и преподаватели. Школа новая, современная. Она отвечает всем требованиям, которые есть сейчас в современном образовании. Наша задача, самое главное, теперь наполнить ее содержанием и показать, что мы достойны, что мы можем, что мы все это сделаем, что мы преодолеем, что мы будем лучшими, выйдем на первые позиции. Трехэтажное здание школы может вместить 400 учеников. Рядом красуется новый двухэтажный детский сад на 60 мест. Давным-давно этот район нуждался и в новой школе, и в детском садике. Но школа будет не только школа, это будет и спортивный центр, это будет и культурный центр для всего севера нашего Лазаревского района. И здесь будут заниматься не только спортом дети, но и взрослые. Свой подарок 1 сентября получили и жители поселка Головинка. 78-я школа открыла свои двери после капитального ремонта. Строителям потребовалось чуть больше месяца, чтобы привести в порядок фасад, классы, спортзал, санитарные комнаты и коридоры. Была в плачевном состоянии. Анатолий Николаевич принял решение, надо выделять муниципальные деньги, не ждать ниоткуда помощи, а самим справляться с этим. Депутаты выделили на сессии деньги, поддержали главу города. 15 миллионов рублей – такова была первоначальная стоимость муниципального контракта. Но ремонт обошелся дешевле, и на сэкономленные средства учащиеся и педагоги получили дополнительный подарок – новую мебель. На этом городские власти останавливаться не намерены. Вопрос с нехваткой мест за партами, как отмечают в мэрии, частично будет решаться уже в новом году. Новые школы построят в Эмеретинской низменности на 1100 мест, в Красной Поляне – на 400 и микрорайоне Мамайка – на 800. Всего же до 2025 в Сочи планируется построить 20 новых общеобразовательных учреждений. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Для многих детей в День знаний праздник не ограничился торжественной линейкой в Адлере. Например, школьники целыми классами пошли в кино. Бесплатный просмотр мультиков и фильмов им подарила депутат городского собрания Сочи. Расскажет Ольга Десятова. Сразу после торжественной линейки в честь Дня знаний прямиком в кино возле Адлерского кинотеатра «Комсомолец» целая очередь из счастливых школьников. Сегодня на мультики и фильмы можно пойти без билета. Вход в кинотеатр для этих ребят абсолютно бесплатный. Такой подарок в честь Дня знаний адлерским школьникам сделала депутат городского собрания Сочи Анжела Селюкова. Только что вот пришла с линейки с 59-го лицея, у них в этом году юбилейный год, 55 лет лицею, и мы от лица нашего комитета подарили им, каждому классу подарили по ноутбуку. Ну и, конечно, для социально незащищенного населения, для тех деток, которые чувствуют себя уютно, комфортно в наших кинотеатрах, мы проводим эту акцию с удовольствием. Хотим сделать уже традицией, не только по праздникам, там последний звонок 1 сентября, но чтобы эта социальная тема была каждую неделю. Отмечать любимые детские праздники в кинотеатре для школьников Адлера – это уже давняя традиция. На показ фильмов их бесплатно приглашают несколько раз в год. Обычно это День защиты детей и День знаний. Такому подарку рады не только дети, но и их родители. Да, это очень прекрасно, даже замечательная идея, что можно в этот замечательный день, радостный событий такой, отправить по возможности ребенка, дать еще продолжение праздника, который был в школе на линейке. Спасибо огромное Анжеле Альбертовне за такое участие. Ну а первоклассники получили в качестве подарка от депутата городского собрания Сочи не только билеты в кино, но и наборы канцтоваров. В пакете все, что необходимо первоклашке для учебы и творчества. Теперь подобные праздники в Адлере будут проводить еще чаще. В кино бесплатно пригласят не только ребят из малообеспеченных семей, но и тех школьников, которые учатся на отлично и активно проявляют себя в творчестве и спорте. Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Еще одна благотворительная акция и тоже традиционная прошла в аквапарке «Амфибиус». Более сотни школьников покатались на водных горках и поплавали в бассейнах.
Брызги воды и море эмоций. Более сотни детей сразу из нескольких адлерских школ целыми классами отмечали День знаний на водных горках и в бассейнах. Такой подарок в честь начала учебного года сделал для детей аквапарк «Амфибиус». Для парка водных развлечений это уже давняя традиция. Свои двери для школьников он открывает в День защиты детей и 1 сентября. С утра и до самого вечера кататься на аттракционах дети могут абсолютно бесплатно. Для каждого из приглашенных этот день стал большим праздником и уж точно запомнится надолго. Хорошо, много горок, прикольно. Эта желтая горка очень крутая, очень быстрая. Можно очень быстро на ней прокатиться. Сегодня 1 сентября, сегодня первый день школы, но мы-то здесь веселимся, как не знаю кто. Мы не ожидали то, что мы пойдем как бы с классом всем 1 сентября на в этот в аквапарк, и мы здесь все вместе. Бесплатно, 7 часов. Да, бесплатно. Просто на всех можно покататься. Короче, круто. Впрочем, детей ждали не только водные развлечения. Скучать ребятам не давали веселые аниматоры. Компания пиратов подготовила массу конкурсов и развлечений. Одним словом, праздник удался. Дети и на линейку сходили, и на водных горках с удовольствием покатались. Такое 1 сентября – это заряд на весь учебный год. С благодарностью отметили школьники. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. Четвертого сентября в Сочи ясно. Температура ночью +22, +24. Днем 25-27 градусов выше нуля. Морская вода +26. В Сочи полицейские провели акцию «Соберем ребенка в школу». Правоохранители и члены общественного совета посетили ребят из многодетных семей и семей, состоящих на профилактическом учете. Сотрудники УВД подарили детям спортивную форму, рюкзаки, канцелярские принадлежности и пожелали успеха в новом учебном году. Также напомнили подросткам о соблюдении детского закона и правил дорожного движения. Особое внимание родителей обратили на защиту прав ребенка и, главное, на недопустимость насилия в семье. В Сочи эта благотворительная акция уже стала традицией. Встречи полицейских с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, прошли во всех районах города. 1 сентября распахнули двери не только школы, но и вузы. По традиции, студенты Сочинского государственного университета в День знаний собрались в концертном зале фестивальной. В этом году в Сочинский госуниверситет подали заявление около 8 тысяч человек. Это на 1000 больше, чем в прошлом году, но зачислено только 2 тысячи. Набор на заочное еще продолжается. Популярность вуза растет за счет внедрения новых программ. Одна из них совместная с французским институтом «Ватель». Уникальная программа двойных дипломов по гостиничному делу, теория в университете и практика в Европе. В Сочинском государственном университете первый год открывают такую программу. И, конечно, это такая возможность для всех нас, кто поступил. После первого курса я поеду на практику 7 недель в город Ним во Франции. А после третьего курса данная программа мне даст возможность выбрать любые 44 направления по миру, куда я захочу поехать и получить международную практику. Появились в этом году и новые программы бакалавриата. Например, технология продукции общественного питания, товароведение. Магистерская программа маркетинговой коммуникации в государственных и бизнес-структурах. СГУ выиграл конкурс Центра малого инновационного творчества, который проходил под эгидой фонда Бортника. Это означает, что наши студенты более активно будут вовлекаться в инновационные технологические проекты, которые затем будут реализовываться, может быть, даже уже в стенах университета. Мы стали региональной площадкой фонда развития социальных программ «Наше будущее». СГУ – единственный вуз в России, подтвердивший статус сертифицированного центра WorldSkills по специальности поварское дело и волонтерство им нет равных. Только на чемпионате мира по футболу в добровольцах числилось около 1500 студентов СГУ. Пожелаю ребятам, чтобы они, несмотря на учебу, находили время и записывались в эти клубы волонтеров, зная, что в Сочинском государственном университете уже вот этот клуб волонтеров с богатыми традициями, которые имеют уже серьезные практики. Обновляется и преподавательский состав. Сочи стал городом популярным, поэтому многие московские и петербургские преподаватели все чаще принимают решение жить здесь и работать в СГУ. Татьяна Говоркова, Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. 192 юных сочинца осмотрены докторами федеральных медицинских центров во главе с главным кардиохирургом Минздрава России Лео Бакерия. Светила из столицы прибыли в Сочи на теплоходе «Князь Владимир» в рамках всероссийской оздоровительной акции «Волна здоровья». В этом году акция впервые пройдет вдоль Черноморского побережья по маршруту Сочи-Новороссийск, Симферополь, Ялта, Севастополь.
Главный груз теплохода – это здоровье, отмечает Лео Бакерия. Лучшие медики страны вышли в море, чтобы продлить жизни детей. Помимо врачей, семи специальностей, рассказывает академик, на борту князя Владимира высокотехнологичное оборудование. В Сочи оно не пригодилось, на курорте нет дефицита в медтехнике. В отличие, например, от того же Крыма. Мы хотим, чтобы у нас следующее поколение почти 100% были здоровыми. И это начинается с детства. Если говорить о городе Сочи, конечно, здесь первоклассный здравоохранения, но это надо быть слепым, чтобы не видеть то, что здесь есть все виды помощи, во-первых, так. Во-вторых, мы просто знаем уровень, он высокий. Сочинские врачи заранее подготовили списки, в которых порядка 300 ребятишек. Выбрали тех, кому незамедлительно требовалась консультация столичных медиков. Это дети от грудничкового до подросткового возраста с самыми разными болезнями. Среди них и полуторагодовалая сочинка Фаина Кожемякина. У девочки врожденная диафрагмальная грыжа. Это перемещение органов брюшной полости в грудную клетку. Лео Бакерия с коллегами дали родителям свои рекомендации и предложили положить ребенка в специализированный реабилитационный центр. Кое-что подтвердили из того, что уже было известно именно по текущему нашему состоянию. И сейчас уже конкретно двум специалистам будут рекомендовать нас на осмотр. Это пульмонологи. То есть специалисты, которые занимаются именно легкими дыхательной системой. За нами следят. В том числе благотворительный фонд, который есть в Сочи, Лига женщин, Мост добра, им руководит супруга нашего городоначальника, тоже нам помогали там, дорогостоящие, скажем, аппараты, нам помогали приобрести концентратор кислородный, для дыхания. До этого приходилось просто баллоны с кислородом дома держать. Главное преимущество акции, отмечают сами доктора, в том, что при необходимости волна здоровья может забрать детей в федеральные медицинские центры. К слову, все диагнозы сочинских врачей коллеги из столицы подтвердили. Но в любом случае такой опыт оказался полезен и местным специалистам. Помимо кардиологов, на курорт приехали ведущие хирурги, в том числе челюстно-лицевые. Мы сегодня можем говорить, что у нас и так уровень здравоохранения высокий в городе. Мы можем похвалиться своими показателями, самая низкая детская смертность. Но надо понимать одно, что второе мнение, оно всегда очень важно. С другой стороны, есть уникальная возможность сочинским врачам, а не только, скажем, кардиологам детским, а гинекологам, хирургам детским, получить консультации от столичных врачей. Но и пообщаться, познакомиться и потом использовать технологии, которые сегодня есть. Обследоваться накануне в рамках оздоровительной акции «Волна здоровья» могли и все желающие сочинцы и курортники. На площади у памятника Островскому высадился десант специалистов. А наследием «Волны здоровья» станут новые оздоровительные проекты. 10 тысяч шагов к здоровью и прогулки с врачом. Их концепцию глава города поручил разработать уже на этой неделе. И стартовать они должны в ближайшие выходные. Ольга Десятова, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Позитив и здоровый сон – один из ведущих кардиохирургов планеты. Профессор-академик, главный кардиохирург Минздрава Лео Бакерия поделился с сочинцами личным рецептом долголетия. Перво-наперво очень важен сон, который должен быть, как говорят, здоровым и достаточным по продолжительности. Конечно, не переедать – это точно. Не перепивать – это тоже точно. Утром, когда встаешь, особенно это относится к мужчинам, надо хотя бы придумать, если этого нету, какую-то хорошую идею, чтобы поднять себе немножко настроение. Или песенку какую-нибудь, полкуплета спеть, или что-то вспомнить, какой-нибудь анекдот. Ты выходишь, делишься со своими ближними дома, им поднимаешь настроение. Они вдобавок тебе что-то скажут. Потом ты приходишь на работу, заражаешь этим настроением других. И таким образом вот этот элемент тебя сподвигает потом на то, что вообще-то ты же хочешь жить, тебе же интересно, вокруг тебя приятные люди. Ты начинаешь заниматься здоровым образом жизни. А здоровый образ жизни – это всего-навсего соблюдение режима дня. Участники «Новой волны» сегодня встречали своих зрителей на Адлерском вокзале. Конкурсанты приветствовали поезд «Москва-Адлер», причем встречали не только аплодисментами, но и сладкими ватрушками.
Для участников новой волны утро прошло на железнодорожной станции «Адлер». В этом году конкурсантов 16, они представляют 11 стран. Нам признались, что всю ночь пекли сладкие ватрушки, с которыми и пришли встречать пассажиров поезда. Сами же практически все акклиматизировались в курортном Сочи. Привыкаем к жаре, уже вот загорели немножечко даже. Смотрите нас, голосуйте за нас. Здесь все здорово, я жду не дождусь, когда увижу российского зрителя. Они мне помогут почувствовать себя в Сочи как дома. А российский зритель выходил сегодня из вагонов поезда «Москва-Сочи». Многие узнали о том, что на курорте проходит международный конкурс «Только в пути». И вот теперь продумывают, не пойти ли на новую волну. Думаю, что все возможно в этой жизни. Поэтому отличный поезд, с отличным настроением прибыли. Будем отдыхать и радоваться жизни. Уеду я в Сочи, уеду. С друзьями, которым я предан, на склоне у Красной Поляны оставил свой след. Напомню, новая волна проходит в Сочи с 2015 года. Это не только конкурс молодых исполнителей популярной музыки, но и выступление звезд российской эстрады, которые готовы поддержать начинающих артистов. Целая неделя музыкальных сюрпризов, без которых бархатный сезон в Сочи уже невозможен, стартует во вторник, 4 сентября. Елена Всецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. На Сочи автодроме в эти выходные прошли гонки 6-го этапа российской серии кольцевых гонок. В них приняли участие более полусотни гонщиков. Сочи автодром стал ареной сражения лучших пилотов страны. Здесь в минувшие выходные прошел 6-й этап чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам. В программе гоночного уикенда было 6 заездов. За ними наблюдали сотни зрителей, вход для которых на трибуны был бесплатным. Атмосфера, как всегда, отличная в Сочи. Автодром довольно высокого уровня. Нам здесь всегда нравится. В прошлом году мы пропускали здесь этап и рады вернуться вновь. В пятницу прошли квалификационные гонки. В субботу и воскресенье по 3 заезда с перерывом на автограф-сессии с титулованными пилотами. Гонки выдались горячими во всех смыслах. Не обошлось и без столкновений на трассе. Например, в субботу сразу на старте произошло столкновение пилота Volkswagen Golf с Lada Sport. Но даже после неприятного стартового инцидента Климу Гаврилову удалось финишировать первым. Был контакт в первом повороте, но и дальше у меня немного ушла геометрия заднего колеса, и было непонятно, сколько я еще смогу ехать, поэтому было решено вот сделать максимальный отрыв за первые круги. А дальше череда сейфтикаров позволила мне остужать колеса и спокойно доехать до конца. Также в рамках 6-го этапа российской серии кольцевых гонок прошли тренинги для всех служб, задействованных в организации российского этапа «Формулы-1». Эти соревнования стали последними на трассе в Олимпийском парке перед королевскими гонками, которые пройдут с 27 по 30 сентября. Компания «Рыбак Камчатки» привезла в Сочи новый ассортимент рыбной продукции. Ее можно приобрести на выставке «Православие и мир». Она открывается 5 сентября в среду в выставочном павильоне на площади Северного мола у нового морпорта. «Рыбак Камчатки» предлагает сочинцам более 30 разновидностей копченой рыбы и морепродуктов, в том числе настоящую красную икру. Среди деликатесов – белорыбица, кижуч, палтус, нерка, знаменитая дальневосточная корюшка, а также совершенно эксклюзивный продукт – царица лососевых, редкая деликатесная чавыча. Приобрести все это можно с 5 по 10 сентября на православной выставке в отдельном павильоне на площади Северного мола у нового морпорта. Круизная гавань 4. И еще одна новость. Во вторник, 4 сентября, газа не будет на улице Лиселидзе и в переулке Бригадной. Плановые работы на газопроводе начнутся в 9 утра и продлятся несколько часов. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе FKT ВКонтакте. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Такая, как хочешь. Такая, как любишь. Такая, как нравится. Такая, как всегда. Сезоны. Женская одежда. Парковая 17.